Здравствуйте. Сегодня такая тема немножко необычная о вредителях наших растений. Ну, то есть тема о вредителях, она совсем обычная, постоянная. Просто у меня необычные вредители. Я тут хвасталась очень сильно, что у меня так хорошо растут корни у орхидей. Леночке вот из боку хвасталась, показывала фотографии, ну шикарные корни, у всех зеленые кончики, те, что с выставки, те, что мои, те, что мне прислали в подарок. В общем, красота, лепота. И тут вдруг, ну буквально вчера, хвастаюсь корнями. Выхожу на балкон на следующий день и вижу, допустим, у Родригези, смешно тут, не смешно, плакать надо. Некоторых дендробиумов буквально ополовинены корни. Ополовинены и обрезаны ужасно. У бульбофилумов, у кого длинные корни. Не могу понять. Думаю, да что же это такое? Кто же это так постарался? Здесь вот у меня, видите, вот такие следы на растении хищники. Кто же это напал? Ужас какой-то. А потом обнаруживаю вот этот вот кусочек от Аморфофалуса коньяк. Он отвалился сразу, он в посылке был маленький. Но вот сейчас хорошо пошел в рост, я с ним расстанусь, разумеется. Он валяется на полу. Не могу понять ничего. Выхожу на следующее утро и нахожу не афинитию, ту, что мне прислала Мария из Флорины. И она у меня пострадала, она у меня упала зимой. Ох, простите, зимой упала воду, я не заметила. Загнила одна розеточка, но потом она отошла. Сейчас прекрасно идет в рост. Большие шикарные корни. И она тоже валяется на полу. Вылетела из горшка. Ничего понять не могу. Думаю, может быть, землетрясение. Я не поняла. И вот выхожу я в неурочное время на веранду. И что же я вижу? Вот здесь на этих оленях сидят две горлицы и с маниакальным упорством режут корни моим орхидеям. И вот это вот тоже следы, представляете, от горлиц. Вот теперь у меня такая просьба, скажите, пожалуйста, чем можно отпугнуть? Сразу говорю, что гвозди, острые палочки, колючая проволока. Все, что может травмировать, неприемлемо для меня. Вертушки ставила. Они сидят на них. Прекрасно. Диски подвешивала блестящие. Я не знаю, что делать. В общем, я сейчас заворачиваю в этот материал, который от излишних солнечных лучей. Вот слово забыла опять. Но вы меня поняли. Защитная такая сетка. Заворачиваю каждый вечер свои орхидеи. Ну, кошмар какой-то. Мало того, что они мне Мексику устроили на большой веранде, там голуби сидят размером с небольшого индюка на кактусах. А теперь вот на оленях у меня горлицы. В общем, если у кого-то есть какая-то идея, пожалуйста, сообщите мне. С удовольствием приму к сведению.